Сотрудники МЧС совместно с председателем совета ТОС поселка Шмидта и представителями Всероссийского добровольного пожарного общества прошли по дворам. Они напоминали собственникам домов о соблюдении простых правил, которые позволят не допустить возгораний. На сегодняшний день на территории городского округа Самара постановлением администрации городского округа Самара в период с 15 апреля по 31 октября 2022 года введен особый противопожарный режим, который вводит запрет на разведение огня, также сжигание мусора и других отходов. Для жителей Запонского провели инструктаж. На территории поселка плотная застройка, немало старых деревянных домов. Костры во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых строений разводить запрещено. Территорию, прилегающую к жилому дому, необходимо содержать в порядке. Мусор, сухую траву и листву нужно утилизировать. Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и источникам воды, используемым для пожаротушения, нельзя перекрывать. У каждого жилого строения должна быть бочка с водой. Жители поселка Шмидта получили памятки с правилами. Как выяснилось, большинство жителей знает о них и соблюдает. Мы как бы электропроводку поменяем все. Стоят бочки у нас с водой везде. Костры не разжигаем, шашлыки не жарим во дворе. Сложившаяся ситуация, мы вообще ничего не поджигаем, ни шашлыки не жарим, ничего, чтобы не было пожаров. Искры летят, да, ветер большой, усиленный, поэтому. И штрафы большие, я так понимаю. Профилактические рейды и общение с жителями приносят пользу, уверены сотрудники МЧС. Чем тщательнее собственники домов соблюдают правила пожарной безопасности, тем меньше возгораний. Ведь основной причиной пожаров летом остается неосторожное обращение с огнем. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.